Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, которых подозревают в жестоком обращении с медведем в одном из районов республики Саха-Якутия. Сотрудниками полиции был опрошен работник одного из промышленных предприятий, который пояснил, что, находясь в рабочей командировке в Булунском районе в мае 2016 года и направляясь по Зимнику, вместе со своими коллегами наехали грузовыми автомобилями на медведя. В социальных сетях было распространено видео, где запечатлен факт жестокого обращения с диким животным – медведем со стороны группы неустановленных лиц с использованием грузовых автомашин. По данному факту отделом дознания ОМВД России по Мирнинскому району был собран материал и передан в следственные органы для принятия процессуального решения.